Так, как же Лас-Вегас часто пробует в тильте? А за шо просто? То есть это плацебо или он реально как будто бы в два раза чаще, чем все остальные карты выпадают? Два схода. Да. Шорт, конечно, нормально ему залетел. Нет, минус 180 голов. Зато теперь 420. Лайт на меня дробашок. Газ. Сеандра одного. Я думал, что-то шорты сразу две может выстреливать. Это делает супер пипл. Да, да, да. Тебя обоссали. Да, он кинул мину назад просто в воздух и попал мне на голову. Блядь, я уже малой кал, это шок, это круто. Опа, дадеп происходит, чувак. 30к депнули. Накидал поинт. Нет, он не шел, да. Одно хп у кого-то. Сисяндра ваншотнул. Газ дали, не могу. Убил малого. Блять. А, ебать тут дыра в стене, нубик. Такое. Опа, нихуя, хэвик отрасль. Еще красный. Еще, да, есть. Попушим его. Откуда-то с крыши. Бля, братик! Изи. Ну все, можно просто умирать, да? Бля, а че, прикольно, кстати. Можно троллить шорти. До первых хэвиков, которые понимают, что делать. А? Ну, хэви... норм. Ну этого хэвика тут апнуть так-то можно, если сильно запотеть со станганом. Просто вот у меня была проблема, ты даешь, да, стан, и из-за того, что он прицелом может мотать, тебя от бедра перестреливает. Ой, нихуя меня разъебало. Ты один, кстати, если умрешь, будет плохо. Он. Наш за монетки реснулся, а я тоже реснулся сейчас. Блять! Ебать, я испугался. Ну это Сисяндра гений. Ты за мной смотрел? Да. Блять, куда оно улетел? Чайор. Че упал? Нихуя он запрыгнул. Я уроню бабку сейчас. Блять, ну он в инвизибле. У меня с крыши значит стреляет чело. Бабка не болели, брат. Блять, газа пиздец. Сейчас, секунду. На первом этаже у нас двое. Хэви упал? Одно хэви? Я дефаю. Нет, блядь, там нет, теперь дефаю. Okay. Блять, сейчас завалится. Смысле играть в игру элите, которая час назад апнула серверу в Apex, да. Ну начнем с того, что Apex тоже в соло не играет, блин, нет. В эту игру тоже очень тяжело в соляно играть, потому что как и любая другая командная игра, ну одному всегда очень тяжело будет. Эта игра не исключение. Как же ему похер на поинт было. Крысочный ган, ну тяжело на самом деле стрелять, потому что вот все трясется, а тебе надо один точный шот дать, два точнее очень точных шота дать. Весь экран трясется, все взрывается. От первого выстрела камера улетает, т.д. и т.п. Баб ставит, но я половину этого с ним пробегал. Это тесты. Пистолет очень мощный. Он и сейчас очень мощный.
Ой-ё! Ой-ё! А как играть? ГГ, блядь. Кто там был, три человека? В двух командах. Да? И в третьей хэви в два меда. Это Габелла. Ой. Трахну его. Бля. На! Одно у него должно быть, он себя РПГ дал. Не одно? А сколько у него было? Половина. Половина? Ну, тебе чуть ли не 349 можно дать, типа РПГ, если совсем плотную стрельнешь. Там, когда по себе стреляешь, множитель есть. Я бабки уроню, наверное, вниз. Коллег минус. Хорошо. Но это не их бабки, да? Бабки пытаюсь уронить. Да, за спаном. Паля. Тут с РПГ въебал мне и дропнулся, убил. Да, ну сейчас. Нифига, кстати, квадратик ровно вырезался под этот подкэш. Эвик у меня на крыше с РПГ. Раз РПГ мне въебал. Убегает. У него одно. Блять, они все втроем с РПГ играют опять. Последний. Убил. Не, у него 40. Я убил. Понятно. Да, второй склад тоже мертв. Да, узнать бы спауна на этой карте. Мину дал на каш. Надо мной чело. Да. Ропается. Одного бахнул. Тоже одного бахнул, меня чуть не били. Он этот меня убьет. Триггернулась и бушил. Все промазал. The fuck? Дэвид Копперфилд? Куда он делся? Я умер? Нет, не умер. Чел какой. Хорош. Сейчас ты его переиграл. О, мираж. Я увидел просто у него красную бочку в руках и сразу заколил, что я умер. На, блядь. А шо, неплохо вообще хэвики, да, разваливаются, если глупости не делать, но... Блядь, да иди нахуй, да ну чё тут делать? Можно меня забрать, мне кажется. А, расстреливай, да. Блядь, он просто один тут стоял со стулом, понял, блядь, в руках. Один, где у того команда? Они, походу, долбятся в этот. Ой, блядь, он меня стер реально. Оу, щит, одно там, хорош шадо. Я за монетку резко, не ходите. Сейчас должно у нас где-то засваниться, чел, аккуратно. Я уже упал, я бегу. Бро, хелл на! Давай, он сразу резнулся один склад я назад у тебя. Я здесь! Он! Дефует. Бля. Нормально. Там много мин было, сука. В гриче? Он меня с РПГ уебал. Блять, я промазал шот. Одно хп. Ласт чел. За столбом. Релоуд. Он твой. Блять! Нажимать. Короче. У него какой-то дэмэш редакшн, когда он бегает. Нет, мне кажется, нет. Просто не попадал. Да. Ну вот, я один шот промазал, то что он подпрыгнул. Пришел, разъебал нашего.
Видел, как он отлетел. Ой, блядь, уж бета-лейзер меня спалил. Нет, нахуй, я с крыши стоял, на троих смотрел. Чел прям, чтобы бабки не потерять, стоп 2. Я его дошел с вот так. На нахуй. Это чё? Бля, чел пришёл, сука. Я не могу. Как же он... А Шадо уже все монетки просрал, реально, он 4 раза нажал. Вот он, блядь, РПГ. Я думаю, нифига он стоит ждет. Да, наверное, их. И 4, блядь, кинул. Дропнул кэш-аут. А там челы уже прям за сута прям стоят. Убил одного? Блять, я застрял. Ой, хорош шадоу, лучший! Не понимаю, где у вас. Нельзя меня репать. Я запрещаю репать. А то въебем. Найс. Да, на тоненького, конечно, прыгнули. Последнего не убив. Двое даже. Да, хлебо, блядь. Да иди ты нахуй со своими, блядь, сишками. РПГшка его вниз упала, ничего. Долби, долби. Эх. Ой, а это что-то? У тебя ну хп было? А я просто, у меня хп не хуловый. На, нахуй. Я не могу с этих хейков. А подожди, а обе команды с тремя хейками вылетели? No way. Зарите там мясо. Можно вайпнуть по приколу, мы ничего не потеряем. Они потеряют. Давай, давай. Если я, блядь, сберусь туда, нахуй. Найс. Вайпнули, хорошо. Бля, ну что ж ты пипец, если ты один шот хотя бы, ну, только наполовину попал, все, ты умер. Фишку накинул. Чел вышел? Не, оранжевый. Бешел, да? Вот турель, да, блять, ну как, не засчиталось-то, ёпта. Поинте. Сгорит от газа. Я на одном хп убегаю просто. Убил одного? Сейчас будет дефать, просто взрывает, там мины должны быть. Он, мне кажется, взорвал твои эти. Heavy low. Middle low. Найс. Да, он взорвал и обновил. А Лен Абдак не пытается по рофлу успеть, но там без шансов как будто бы. Нет. Я немножко спидил. Надеюсь, вас не вайпа. Красный пришел какой-то фланговать сольник, походу. Ё-моё, где хата? I did this. Что? Надо, чтобы никто не депнул. Да. Чтобы он стрелять сразу начал. Нет. О, слава богу, 0-0. Я красных вайпнул. Бабки откинуть не вариант? Нормально, они вообще хер положили на бабки все. Почему-то. Да хз, вкинули бы еще, въебали игру. Я говорю откинуть. А, откинуть, я Она в метре лежала от кэша. Понял, понял. Блин, вы все файнал сыграете? А во что надо играть потом? Давай медиума. Я умер. Нет, не умер. Блять. Да ну нахуй.
просто под ноги я себе кинул. РПГ? Вот пуш, бро. Да блядь, да какая нахуй! Хреснул. Я вообще не понял, что меня убило. Какой-то газ начал триггериться подо мной, хотя ничего не было. Я просто стоял в углу невидимый, и подо мной просто газ какой-то начал триггериться. Я не знаю, то ли он мину кинул, то ли бочку, блядь, случайно. Я не понял. По килфиду тебя убил чел газом, который... Мёртвый, который? Мёртвый был, да. Как это возможно? Блядь? Надо пересмотреть, реально интересный момент был. Чел все еще бегает по приколу. Один очень, видишь, широко бежит. Я просто в хавика прыгаю с нашим. Мид одного здесь, на мне. Убили. Надо пушить, сейчас ду осталось. Давай, давай. Пизда. Я от мин почти сдох, я АФК сижу. Мид одно, половина еще. Хавик арестный, ГГ. Хавик одно? Ну ли он за монетки резнулся, ну ли он зачем меня отправил. Хорош вам, Иван. Ай, блядь, он нахуя он развернулся, он что? Гений? Блядь, турель глупая. Тех, кто тебе от турели не сдохнет. Умом? Вот бы наш чел взорвал. Это, бля! Да я трески потрачу. Окей. Okay. Ты брич куда положил? Никуда еще забыл. Я наверное, под кладу, чтобы взорвалось. Okay. Они, им надо по прямой идти нажимать. Не даст нажать. Вот тут все бегут. Медиум одно убил. Ой, хорош. Класс, так. Хорош. Одной мид в пункте. Пал. Пап невозможно. Да, убил, но я, блядь, на минус. Я по наоборот, блядь. Я просто бабку нанесу. Я на еще одну мину его наступил. Того же самого чела. Он Иван с хэвятим. Не докрутил. Роняю бабки. Убил. Кама навалил. Хэвика убил. Турель ломаю. Турель сломал. Глаз. Мид где-то, не понимаю где. Он резнул, наверное. Не успеваю нащупать. Хэвик резнул. Первый этаж у меня. Просто фидит. Хэви где-то один бежит за монетку, резнулся. Ой, йоу, РПГ на мне. Давай с этой стороны. Чуть больше вест, вот там. Пол хп чел на мне. Да, ладно. Прополз. Погиб. Ой, найс, он еще застагерил. Все, уже последний мат. Вот, я на минус свой не взорвался, что? Блин, шорт, конечно, немного повеселее, чем с ППшкой, хотя он только универсальный. Но можно зато переигрывать челов, которых в стане ловишь. Как будто с ППшкой без стангана надо играть. Или, ну, пользоваться им по-другому как-то.